такой честолюбивый человек? Это человек, который любит чистым сердцем, без разной клеветы, просто так. Такой человек есть нам с недостатками, он его тоже полюбит. Как ты хорошо это объяснила слово. Я раньше думал, что честолюбивый человек – это который гордится своей честью, и который свои, честь превыше всего ценит. Кто такой честолюбивый человек? Честолюбивый – это который моется, чистит зубы, нос чистит, уши. Ну, вы-то девушка честолюбивая? Ну, да. У меня уже 3 новых щетки было. Кто такой честолюбивый человек? Честолюбивый, который очень любит, чистоту. Вот, допустим. Нет, честолюбивый. Честолюбивый. Честолюбивый человек. Который никогда не врет, он отвечает только правду. Я таких лично не знаю. Кто такой честолюбивый человек? Который любит поступать честно. Кто такой честолюбивый человек? Честолюбивый. Кто такой честолюбивый человек? Честолюбивый, который любит все время делиться, он никогда не жадничает, он порядочный человек. Порядочный. Кто такой честолюбивый человек? Честолюбимый? Честолюбивый. Любивый? Честолюбивый. Как? Словами желательно объяснить. Честолюбивый, но он всем желает добра, так можно сказать, жизнерадостный. Кто такой честолюбивый человек? Чисто. Честолюбивый. Ну, если бы чисто, я бы объяснила сейчас честолюбивый. Сложности, да? Да.